Очевидно, операция сумма обладает свойством коммутативности и ассоциативности. Давайте я не буду переписывать, но тоже для произведения. Произведение тоже такая операция, которая обладает свойствами коммутативности и ассоциативности. Ну дальше распределительный закон. Вернее, нет, что А умножить на Б плюс С равно А на Б, А умножить на Б плюс А умножить на С. Оказывается, это неверно, сейчас мы это увидим с вами. Ну, давайте возьмем три множества одинаковых. А, Б и С это есть множество, состоящие из двух элементов, 1 и 2. Тогда я утверждаю две вещи. Первое, что 5 принадлежит. Ну я не буду писать Б и С, буду писать А, везде А. А умножить на плюс А умножить на. А почему это так? Это так или не так? Как-то народ не верит, да, что это? Это так. Что вы говорите? Это так. Да, ну почему так? Ну, А умножить на принадлежит элементу 4. Да, 4. Как 2 на 2. Ну да, здесь... И чуть можно, можно брать сюда, это 2 на 2. 1 на 1. Как мы знаем. Ну, можно взять единицу как элемент, из-за множества. Здесь тоже записать, все хорошо. Теперь 5 не принадлежит А умножить на А плюс А. Ну, А умножить на А плюс А это... Давайте я это не буду писать подробно. А состоит из элементов таких 1, 2, А плюс А из элементов 2, 3, 4. Но если умножить единицу и двойку умножать на 2, 3, 4, вы никак не получите, как ни старайтесь. Пятерку вы никак не получите. Так, но при этом это равенство на половину первого включения в одну сторону можно писать. Здесь левая часть является подмножеством правой части. Правильство не обязательно, включение всегда есть. Ну почему? Из чего состоит множество левой части? Ну, мы берем произвольный элемент А, потом произвольный элемент Б малость, Б большой, С малость, С большой, и левая часть этих элементов вида А умножить на Б плюс С. Ну, для чисел то можно писать, что это на b плюс c, а b принадлежит А умножить на b, а c принадлежит А умножить на c. Таким образом, когда вы составляете какие-то сложные комбинации со множествами, используя арифметические операции, то нужно быть осторожными. Можете думать, что это вы написали одно и то же множество,